И вот мы роем тут, копаем. Сейчас, слава богу, нет у нас и сатанистов нету, мы их погоняли, а тут легенды ходили. А, сатанистов ходили? Ну, на могилу вот Марфы. А, слыхали, да? Да, да, да. Вот тут, в этом, еще с советских времен тут, я с 60-х пацанов тут бегал. Вот тут лесбиянки собирались, вот там сатанисты, мы их жестко погоняли. Цыгане тоже здесь нету. И мы... что они тут сделали? Ну, свои религии устраивали. Я говорю, ну понятно, ну вы были, если будете, там, хромосомы неправильные или что-то. Ну, нашли место, где собираться, вы что, скоты. А по поводу вот этой Марфы, вот экскурсию провожу, говорю, дети, это кто? Ведьма. Я говорю, а с чего вы взяли? Абрамовна. Я говорю, неправильный ответ. Евреи тоже принимали православие. А Екатерина, царица будущая, протестантка немка, приняла православие, стала царицей. И вот по поводу Марфы. Вторая, как и доводы, могила богатая. Я говорю, ну ближе к истине. Он был архитектор Екатерина Дара и похоронил свою маму. А почему могила богатая? У него была возможность. Он имел акции на Воросцементзавод. Это кто? Которую Марфу, свою маму похоронил. А, угу. Вы поняли, да? Угу. Марфа есть... Абрамова. Угу. Это мама того, кто похоронил. А вот могила вот туда. Сюда, ну да, там мы видели. И третье, говорю, последнее. Запоминайте, люди, рожденные до революции, она 1912 погребена, до революции, ведьмы, колдуни, сатанисты, даже самоубийцы, они не только не отпевались священникам, они не хоронились внутри кладбища. Вот историю почитайте.